Так, ребят, в общем, запилился, я задержку 2 минуты выставил. Короче, ребят, стартанул стрим. Сейчас посмотрим китайцев, и так плавно все перейдет, в общем-то, в Бобролигу, которая в 17:00 начнется. Идти она будет несколько часов. Ну, я так полагаю, часа 4 будет она точно идти, а то и больше. Ну а здесь попытаюсь куда-нибудь попасть, я не знаю, куда получится, правда, попасть. Можно сетку сейчас глянуть. Ну так, а есть некоторое количество корейцев здесь в сетке. Бьян играет, кстати говоря, хороший очень. Тиранчик, вы помните. То есть в решающих стадиях, я думаю, будет очень даже интересно. Короче, ждем. Куда-нибудь попытаюсь прорваться. Есть админчик тут сидит. Я на стриме все сказал, что у нас дуюкап будет, вот. Думаю, здесь будет что глянуть, а учитывая, что Старлига давным-давно кончилась, я думаю, что имеет смысл, да, посмотреть это. Единственное, что непонятно, как и кому в игру бы попасть, но я буду смотреть по сетке сейчас и уже из этого исходить, потому что...
Будем просить кого-то. Тут гуру здесь есть. Надо побольше бы подобавлять кого-нибудь по Real ID. Вижу, что здесь много баркодов. Он в арде тоже сидит, ждет. Какую-нибудь пару надо найти, просто чтобы увидеть никнейм этот здесь, да, как бы и добавиться, к примеру. Блейз против Чика, например, вот играет. Добавит ли меня Блейз. Но я вижу, что он здесь сидит. Если онлайн с... Понимают ли корейцы или нет? Тоже вопрос. Пока чуть не добавляет. Опа, инвайтик пошел, спасибо Блейзу. Отлично, я здесь. Ну что, Блейз Фрутс, Биг Бой это... Кто? Биг Бой это... Чик. Кстати, это молодой китайский тиранчик, насколько я помню. Которому там 16 или 17 лет. Ну что, начинается игра. Надеюсь, не будет у меня лагать. Ну, вроде пока без особых лагов. Просто сервер Азия, конечно. Азия это... Азия это Азия. Я так понимаю, что эта стадия уже Бо-3. Пинг возрастает, ну... В принципе, на Азии 3 сотки это нормально. Главное, чтобы лагов с моей стороны не было для игроков. По идее, не должно. Не надо нам FP глядеть, помните, что задержка 2 минуты. Посмотрим из игры. Да, пинг 300, но все вроде как нормально работает. Я-то наблюдатель, мне пофиг на этот пинг. АПМчики можно глянуть, ни хрена себе Блейз жмет 420. Старлига закончена, выложена запись уже на главную, можете смотреть, там было изи, очень, очень изи для статса. Ну что, Нексус пошел на второй базе. Гейт Нексус, кибернетка билд. Кстати, игра с застроечкой, здесь вот получается. Ну, это турнир будет разогревочным перед Выбролигой, хотя финальная его стадии, тут я вам скажу, будут уровня очень хорошего.
Так, секундочку. Привет, Фюрфюр. Не успел глянуть видео, видел ты там скидывала. Вот, потом посмотрю. Так, сейчас у вас звук должен был пропасть на несколько секунд. Все будет нормально. Адептиком поймал КСМ-ку, Блейз сейчас добывать Нексус уже начал, Оракул. Так, здесь адепт, кстати говоря, застройки нету. Ну, почему-то не рискнул тиран, просто, точнее, телепортнуться сюда на мейк тиран, но он адепту было бы минус. Что-то там Фюр-Фюр раздает опять всем. Пошел скан. Строится второй оракул. Второй уже. Третий Никсус пошел. Меня тоже через два ПМ и что? Ну, то, что ты СД имба, а это Блейз, как бы вот. Единственная разница. Казалось бы, да? Корейцы могут и не понять, в чем, собственно, разница. Наверное, все одно. Но мы-то понимаем, что разница все-таки есть. Вот так вот. Так, что-то прям в плеере народа много стало. Так, резко, я не понимаю, действительно ли так много народа там резко стало, или же это какой-то баг, я не знаю. Китаец лагает, но не знаю, что там у него за лаги. Тайвань сервер. Это уже интересно. Я и смотрю, что-то. Пин какой-то большой подлагивает. Сервер Тайвань у нас оказывается. Почему они на Тайване, а не на Корее играют? Ну, наверное, китайцам удобнее Тайвань. А вот то, что ты смайлик ставишь, Фюр-Фюр, мне что-то очень хочется прям сейчас чайник заварить, блин, но я не могу это делать одновременно с кликаниями мышки. Поэтому придется пока потерпеть. Так, два феникса присутствуют, третий строится. Оракул и мейн здесь расхарасили еще раз. Убил в итоге 8 КСМ к 3 Марика у нас Проц. Ну, тиран идет Проц сейчас к третьему Нексусу. Ну, что здесь? 15 Мариков, 2 Медиваха. Здесь много реально адептов, но... Так. Чик, он же бэтбой, сейчас понял, что здесь особо ничего не сделать. Кстати, был бы стимпак вот при этом прорыве, можно было бы Нексус убивать без стимпака, навряд ли получится что-либо сделать. Ну и самое печальное, что здесь двухбазовая экономика, перехода нету. МС. В сетке написано, что это Чик, китайский тиран. По-моему, Чик же, да? Да, именно так и есть. Скину сеточку вам сейчас. А, так, я шучу. Главное, чтобы разница между SD имбой и Блейзом все меньше и меньше становилась. И вообще всеми игроками. В сравнении с корейцами. Минус 401 здесь по лимиту.
Глефы почти готовы. Здесь щиты делаются. Плюс один у тирана. Адептов даст... нет. Что-то прямо плюс 5 гитов пошло у протаса. 8 скоро гитов будет. 60-45 по рабам. То есть на четверть больше. Зато боевого тирана больше. То 16-14 выход идет. По рабам ситуация ближе стала гораздо. Кстати говоря, погодите-ка. А нет, 8 пробок. А вот, минки перелетели. Я-то думаю, что-то у просто рабочих популяция сократилась сейчас. Минки прилетели, еще один зал пошел. Еще популяция рабочих сократилась. И у просто уже меньше, чем у тирана. А у тирана, между прочим, третья ЦЦшка здесь вовсю добывается. Фотонка минки выбивает. Нужно было бы уйти, кстати. Одной минкой в итоге и ушел. У нас китаец, кстати говоря. И можно было бы вон сюда прийти. Посмотрите, ни фотонки, ничего нет. На третьей, правда, тоже ничего нет абсолютно. Стимпач Самарики пытаются выйти из адептов. Выходят, но что-то их слишком прямо много. Просто реально намного больше боевого лимита. Он приходит и начинает пробривать оппонента своего. Да. Бой, конечно, Чик принял ужасно здесь, но ничего не поделаешь, адепты они сильные, ребята. Ой, ДПшки падают, сейчас адепты зайдут. ГГ пишет. Чик. Ну что, ждем вторую игру. Через вард, если что, смогу прыгнуть. Ну что, ждем продолжения. Так, все, все здесь. А кто такой паник меня позвал? Я чуть не понял, кто такой паник. А, паник это Блейз. Блейз это паник. Хитро как-то прямо. Ну что, больше и больше приходит людей сейчас.
Что-то стартанули, кто-то вышел в итоге. Но все-таки продолжается битва. Да, паник это и есть Блейз. Просто я не понял этого момента, то, что паник это Блейз. Так, нет, наоборот, 1-0. Хотя вот Тирана были шансы, я вам скажу. Мог бы он даже пробрить. Смотрим на билды, но я думаю, просто будет, да, через гейт он играет, то есть стандартный гейт, нет, кибернетка будет, судя по всему. Что же у нас тиран, может он что-то, нет, барак пошел, то есть, скорее всего, либо этот ЦЦшка через барак, либо это рипер, непонятно. Три КСМ-ки поехал, куда они поехали-то? Не понял я, куда они поехали, если честно. Но Протс не увидит этих КСМок. Посмотрите, он прям мимо проходит сюда. Уж не читы. Так, уж. Так, так, так. Здесь ДПшкой закрывает рампу сейчас у нас. Чик. Не дает законтролить. Похоже, это 4 барака в тупую просто к Протсу, да. Один на мейне, остальные вот они пошли. То есть даже без орбиталки получается, что ли? Марик заказан. Ну да, если сейчас еще один барак строить, то точно это будет без орбиталки все происходить. Но, да. Кажется, Блейд все понял. И он не просто понял, он увидел моментально все это дело. Посмотрите, как корейский уровень. ГГ, домой. Иди отдыхай, китаец. Иди отдохни маленько, ты немножечко перегорел, переиграл. Ну, кстати, Блейз против Макса, да, может играть следующий тур. ПВПшка, интересно, может быть. Чё я танк-танк там будет? Битва у нас, а что у нас? Чё я, кстати, начал играть или нет? Сид против Наксина там еще тоже. Так, не понимаю, пока сейчас происходит, сейчас что-нибудь найдем мы, попробуем найти. Так, дую кап. Подождите-ка, дую кап админ. Так, гуру у кого-то 2-0 выиграл. Гуру с Демилав будет биться.
Казури. А, вот все. Попрошу заинвайтить, что-то надо посмотреть. Джим против Джина будет биться, кстати, еще. Но я их вообще не вижу на канале, то есть если... Если они здесь и есть, то... КЗ кто там присутствует? Ну что, Дуюкап админ против Азури, неужели он и правда бронза? Бьян не... А, Бьян, кстати, не пришел в Rush Crazy. Это, судя по всему, есть. Так, а что это? Кто это такой-то? Ну, не знаю, лига, наверное, не соответствует здесь аккаунту, похоже. Так, добавил уже трех человек. Варди есть, паника и этот чел. Ну что ж, отлично. Будет проще на следующих турнирах, когда буду стримить. Будет проще зайти. Что начинается игра, поехали наконец-таки. Ну посмотрим. Азури Тиран здесь у нас просто Дуюкап админ. Ну там было, правда, не у лига, почему-то бронза стояла, я не знаю. Ну понятно, что с развитием этого турнира будем более крутые игры заходить. Но я пока захожу туда, куда возможно, чтобы не сидеть вообще как бы без игры. Ну наверное, просто это кто-то играет с Дуюкап админа аккаунта, ну как я понимаю. Китайский, наверное, какой-то игрок. Палатинчек поддержал ваш канал на сумму 2000 рублей ровно. Всем привет. Спасибо за вчерашний стрим с Хэппи. Посмотрел в запаси, все было круто. Посмотрел в запаси. Спасибо тебе, Палатинчек. Вот. Неожиданно и очень приятно. Старлига. Старлиги запись на главной. Можешь смотреть. Здесь у нас гейт. Через гейт Нексус строится будет. Так, пошел газ. Второй. Нексу ставится. И кибернет. Ну, стандартный билд, в общем-то. Тут, кстати, ну, явно тут даже уже поначалу понятно, что это не бронзовая игра. Хотя supply блок какой-то неприятный здесь произошел. Сейчас мазеркор, видимо, будет сразу заказан. Нет, пробка заказана. Пробка и адепт. Бустится адепт. Ну,
Конечно, если это действительно слабый игрок, тирану не составит труда быстро его наказать. Трипер прилетает. Да, слушайте, походу это натуре какая-то бронза, я не знаю. Трех рабочих рипер убил. Ну тут турнир такой, который... Второй турнир, это я напомню, если у кого-то есть желание играть на Азии, можете принимать участие в нем. Я могу вам, ну, ссылку я скидывал уже в чатик, что на Team Liquid он есть, этот турнир. Я не знаю, где на него там регистрация проходит, но понятно, что на Азии тяжело отыгрывать. Это корейский. Здесь Корея у нас сервер, до этого Тайвань был. Спасибо тебе, Волотенчик, еще раз. Хороший вчера шоу-матч получился, действительно. Но я думаю, сегодня не менее интересная Бобролига будет, конечно, Бо-7 сегодня не будет, но у нас будет сегодня зато 8 Бо-3, поэтому будет по-любому весело. Рипер летает, Рипер пытается на мейн залететь, здесь адепт встречает, минус Рипер. Контроль хороший, АПМ 260. Да не, наверное, все-таки не бронза это, но три пробки так на рипере потерять, это, конечно, провалом полным было. Так, сколько хлама у меня тут на столе. Надо подразобрать бы, конечно. С уведомлениями, да, какие-то косяки есть, это надо в саппорт писать. Ну что, делается стимпак? Бараков две штуки пока что. Будет передроп минок здесь происходить. Оракул прилетел, одного рабочего убил всего, все, что смог сделать. Второй оракул есть, гейты добавляются. Пришел. 12 часов был стрим Старлиги. Ты, наверное, не в 12 ровно пришел. Ну что, оракулы возвращаются. Фаржа отвалает. Здесь у нас идет скан. Каном видит прекрасно Азури, что здесь происходит. Кстати, выход такой интересный. Здесь много мариков. 15 штук мариков. 4 адепт не выдержат, конечно, 15 мариков. При этом 3-4 минки залетают. Здесь дропщик пошел минок. Минки прям пытаются закопаться. И прям у них не получается закопаться. Но это время марики адептов разваливают на третьей базе. Пробки пытаются уйти, две даже ушло. Хотя здесь через оклик бы тиран атаковал бы, ни одной бы не ушло. Ну что, просто спускается отбиваться. Оракула прилетает плюс адепты. Феникс там пару мариков пробривает. Контроль хороший со стороны Бродса. Просто на изичах он все отбивает. И третий Нексус защитил. То есть нужно продолжать развиваться. Гейты добавляются. Здесь два Либератора залетают. А что они делают? Здесь Фениксов уже три штуки. Либератор на мейне раскладывается, да уверчаш надо выставить, конечно, выставил уверчаш, минус либератор, 53-45 по рабам, а здесь даже, а нет, третья сэшка строится, почти готова, ну, только-только она сейчас доделается. Полотенчик, ну, ребенок, это в первую очередь, конечно, жаль, что вообще только в записи. Ну, в любом случае, вот тех турниров, как, например, сейчас, Do You Cup, я могу выложить на YouTube.
То, что рестримится, конечно же, только ГГ-плеер, как Старлиги, как корейские турниры. Ревелейшн пошел. Вот всегда нужно кидать, блин, чтобы уровень энергии было. Нужно вот этим оракулом было кинуть Ревелейшн. Ну, ладно, каким кинул, таким и кинул. Значит, у тебя какие-то проблемы с плеером, я не знаю, в чем там дело. Все смотрели Старлигу нормально, как бы стрим был. Види ТВ пытает, пробует запускать такую ситуацию. Если есть анонс, значит стрим будет по-любому. 12 гитов у Протуса. Кстати, посмотрите, как Протус что творит. Что хочет, то и творит. Выдвигается вперед, это масса адептов. Плюс один, между прочим. Тиран под Ревелейшн спускается вниз, адептов еще до варп идет. Их уже 26 штук, адептов больше, чем Мариков, правда, там 5 мародеров еще есть. Но, боюсь, 5 мародеров не спасет здесь тирана. Адепты заходят. Тридцаточка. Просто тридцаточка, столько же, сколько Мариков и мародеров у тирана, столько у Протса. Здесь адепты, они врываются все сюда своими иллюзиями сейчас. Минки Протс поднимает, очень хорошо поднимает, адепты ворвались. Феникс и Минки держат пока поднятыми. Минки падают вниз, но не копаются пока. В чем... Зафокусил Протс Минки, 132-97 по лимиту, по-моему. Врываются адепты, фениксы выманивают залп Минок сейчас. И люди как-то там на третью прилетели, куда они там прилетели. Скан пошел. Нужно заходить на рампу адептами Протсу, что он и делает. 134-99, сейчас залп в депошку будет. Депошку нужно пробивать, конечно. Пробивает депошку с пары залпов, заходит выше. Адептов посылает еще раз иллюзия. Не, это явно не... Это совсем не бронзовый играет игрок, а очень даже неплохой Протс. Но адептов обузит он как-то прямо жестко, я вам скажу. Но это минус тиран. По-другому тут и быть не может. Либератор вышел. Поздновато он вышел, этот либератор. Очень поздновато. Переезжает тут КСМ-ки сейчас на новое место. Но это уже не поможет здесь под либератором. Аж целых 4 минки закопано. Пора ГГшечку писать 50 на 120 по лимиту. ГГ. Так, Зер поддерживает Бобролигу. Спасибо. Зер, кстати, что-то кибет там не спешит переводить. Но я думаю, до субботы переведут в любом случае. Ну а вам всем еще раз за поддержку я говорю. Окно офлайн быть не могло. Саппорт собака GoodGame.ru, пиши туда, объясняй, что происходит. Я не могу так на стриме просто разобраться, что и там уже будет понятно, так это или нет. Так, 3 часа почти. Так, ну что, жду инвайта на вторую игру этих игроков. Тем временем пары появляются все новые и новые. Инвайт пошел, спасибо. Не бронза, серебро. На золотишко тянет, мне кажется, даже. Поехали. Ну, Азури, наверное, мягко не самый сильный.
что 1-0. Здесь все то же самое. Гейт Нексус Кибернетка, судя по всему, идет в разведку. Проц. Тиран сам выдвигается. Ну ты сохрани видеоканал просто, ссылку. Заходи на Види ТВ, я не знаю, потому что если дан анонс, как бы, на стрим, он будет. Такое у меня практически никогда не бывает. Просто если я не буду стримить, так я и анонсов не даю тогда. Просто заходишь сюда, там смотришь же. Потому что я не знаю, если ГГ плеер, пиши их саппорт, все, у меня просто без понятия, почему так может быть. То прямо кайдю стрим, плеер офлайн. Оп, полотенчик что-то бомбит конкретно. И туда, и сюда. Уже 30-сосик призовой, вообще ништяк. Еще и КБ должен впилить. Короче, 35-очка уже у нас даже больше. Призовой точно. Спасибо тебе, полотенчик. Реплей пак Стинга, не знаю, это на этом. На Ликвипедии нужно следить, по-другому тут никак. Короче, спасибо тебе, полотенчик, за поддержку меня, моего канала и турнира. Это очень круто. Ну и вы тоже все можете поддерживать, естественно, мой канал. За что вам огромное спасибо. Разными направлениями, премиумами, отключенными отблоками. Ну вот поддержка через плеер или по реквизитам. Так что всех я за это благодарю. Полетел Рипер куда-то. Так, пилоны добавляют. Ну что, прилетел Мазеркур, и, между прочим, пилончик-то один есть на оставить, уверчаш. Да не депушку, наверное, реактор надо было. Ну хотя с другой стороны депушка, это supply блок. Адепку там на вторую базу заводит просто сейчас. Хорошо разменял оверчаш на депушку и на реактор. Адеп на второй базе, нужно телепортнуться куда-то со второй этой базы. Здесь Мазеркор по депушке стреляет, нужно оверчаш его ставить. Ой, как Марик и Метеран кривющий сейчас зашел, жесть-то какая. Двух минус нуло. По двум попало дэмэдж, нанесло еще депушку, вторую просто пробивает. Для процесса начало просто великолепное, халява просто. Еще адеп здесь КСМ купил, но адепта можно было и не терять на самом деле. Еще и Мариков здесь развалил две штуки. Просто жесть какая-то, посмотрите. Пилон убивец, Мазеркур убивец, третий, Некс уже просто ставит. Ну, тиран, мягко говоря, слабоват. То есть, аккаунт бронзовый у процесса, но слабоват здесь не он, кстати, на потере. Ну, адеп три пробки погибло. Эти, а где три пробки вообще погибло? Кто их убил? А, Рипер их убил, прошу прощения. Где-то там тиран Рипером контролил. Я вообще этого не показывал. Оракул строится, и робо пошло. Плюс два гитика пошло. Три гейта будет. Роба, конечно же, для перестраховки от минок, дропов всяких. Ну, нужно точку сбора на третий Нексус ставить. Здесь уже с перебором 20 рабочих. Либо газа добавлять, чтобы уже газ начинать. Не столько минерала добавляешь, конечно, сюда нужно переводить.
Так, бараки добавляются. Два пока работает. Старпорт пошел. Реактор под старпорт. Туречки есть. Вроде жив. Здоров, тиран. Но три нексуса в две ЦЦшки. Хотя нет, здесь третья ЦЦшка-то уже давненько у тирана есть. Я забыл, она почти с самого начала игры. То есть, в принципе, у тирана еще все более нормальное. Но все более нормально. Но почему он ждет? Вот, наконец-то полетел на третью. Кстати, смотрите. Это интересно, его фотка или чья? То есть, если у него австралийский флаг, то я тут вижу, что не совсем это какой-то австралиец, походу, да? Еще один ревелейшн кидается на мариков. А здесь колосса строятся. Фениксы подстраиваются, тоже два есть. Феникса, два оракула летают на карте. Может быть, где-то можно рабочих поподрезать, полететь еще. Пока просто не спешит это делать, правда. Просто летает, контролит. Еще один ревелейшн пошел. Сканит тиран в очередной раз. Третий некто сканит. Видит, что здесь адептов 6 штучек стоит. Мазеркор, пилоны, гейты. 2-1 грейды пошли. У тиран грейды хорошие. Открываются гейты. Четвертый Нексус пошел. Ну что, адепты, колодцы, сталкеры, плюс один на воздух. У Гротца все четко достаточно, пока тиран сидит, прот смасится. Полимит немножечко просел, правда, сейчас, и у тирана грейды хорошие. Что-то, ну, очень много сканов сейчас кидает у нас. Тиран. Видит два колосса, третий строится, второй робо добавляется. Фаржи две штуки, нужно грейды заказывать сейчас просто. Армор первый заказывает на воздух, атака тоже скоро будет готова. Атака вторая где, непонятно. Вот и атака вторая пошла, все это бустится при этом всем. Один буст вот на третьем нексусе можно в робо запилить, например, было бы. Четвертый нексус готов, но вообще не добывается. Самое странное, что рабочие не строятся. Типа 4 пробки, тут там можно, ну, очень быстро было бы его раскачать. С мейна переводится часть рабочих, и правильно, потому что здесь 5 кучек осталось, а рабочих там много было. С перебором, в общем-то. Пробка минус, возвращалась домой, в итоге газа некому будет запилить. Очень пассивную игра приобретает развитие вот это. Здесь уже вторая атака на воздух делается. У тирана что-то интересно, лимита больше, но тиран стоит, вообще ничего не делает. Он хочет 200 скопить и пойти вперед, насколько я понимаю. Ну, сможет ли он 200 скопить? У меня что-то сомнения по этому поводу есть. Кротов тоже масится, пятый никс пока не строит. Бротс что-то по центру бегает. Apple Seed, привет. М
Ну что, фениксы прилетают, 200-200 практически лимиты сейчас. Просто 2-1, грейдовый тиран тоже 2-1, скоро 2-2 будет. Тиран играет такое ощущение, что не в лотов, а в ходс какой-то, либо волк. То есть он играет вообще без либераторов, обратите внимание. Он играет через викингов, масс-викинг. Ой. Ой, как там дестабилизаторы сейчас повзрывали. Ну, фениксы принимают бой с викингами, филды пошли. Колоссы, конечно, падают, но дэмэдж при этом нанесли, био не слабый. Но тирану, кстати, такое ощущение, хватает у меня юнитов, что про или не хватает. Ну, викинги все уничтожены, фениксов много осталось, поэтому фениксы поднимают часть юнитов на земле, которые находятся. Уже там мародеры, по-моему, это были. И еле-еле тиран, ну, отгоняет оппонент своего. Опять фениксы прилетели, агрессивный блин вперед, сталкерами идет. Под туретками, фениксами не надо драться, вообще не стоит. Пилон, а вот призма есть, Протус не видит, что у него призма есть. Подвести здесь призму, да добить уже пора бы. Но пока не делает этого. Ну что, колосс строится. Ну что, три колосса. Пятый Нексус занял тиран. Протус, простите. Темписты пошли. Что он делает? Грейды почему-то не продолжает делать. 2-1 есть, 3-2 надо заказывать, не заказывает. Флитбикон есть, атаку нужно вторую на воздух заказывать уже. Что-то как-то медлит с этими моментами Протус. Привет, телевизор. Как нет плеера? Все там есть. Либо волк. Все есть, все идет. Ты мне врешь. Или тоже, как у Сафрана, проблемы. Чуть сегодня писали, что просто плеер офлайн, типа. Так, хорошо выманивает залп минки, просто идет вперед. Здесь феникс и сталкер ловят аж целых три медивака. Фениксы поймали. Нет, ни хрена феникс не поймали. Там дропщик на дальней базе идет. Медивак улетел в итоге. К мейну куда-то летит он. Ну, здесь темпес сейчас встретит. Темпес встретил. Два выстрела минус медивак. Здесь с адептами тиран перестреливался некоторое время. Это загружается, выгружается. Контроль идет. И штормовить сейчас за фидбэком. Медивак убил. Ну и да, варпом адептов пытается просто отбиться, но не получается. Только мародера получается сбрить. Фениксы, темписты, все это двигается к тирану. Тиран настроил либератор. Вот когда нужны были либераторы, у тирана были викинги. Когда нужны викинги, у тирана либераторы. Идет он вперед на клики сейчас, и Протус его просто в мясо разваливает, даже не продолжая грейды делать, что самое интересное. А Протусу они нужны были на самом деле. Ну и минус тиран, конечно. ГГ. Изи 2-0. Ну что, чё я с китайцем начал играть-то? Блейза пока не вижу оппонента. Чё я уже начал играть? Кофейку нужно поставить, походу.
Rush Crazy, думаю, как админ никнейм его. В общем, ждем продолжения. В продакшене нужно куда-то врываться, пытаться далее. Да, верхней в сетке уже четвертьфинал готов фактически. Форте, а с кем Форте играет? Он ни с кем не играет. Пока что. Так, Simbox там выиграл. Не знаю, с кем Форте играет. Он, наверное, кастомки, когда в сетке у него пока оппонента пока нету. Ну ладно, подождем. Чё я не знаю, бьется ли, чё я. Короче, ждем какого-нибудь инвайта. Пока за кофе прослежу. Так, Макс с кем-то собирается играть. С кем? Цел там. Игрок. Ну ладно, подождем. Какие-то не очень игры. Сильных игроков.
Все, пришел я. Так, зайдем или нет? Это что-то непонятно. Происходит. Так, Джим уже прошел четвертьфинал, я вижу. Начали играть, кстати, по-моему, ПВП верхней сетки. Ладно, ждем. Тут корейские пары будут тут сейчас. Очень скоро. Хотелось бы мне их посмотреть. Ну, пока что-то ни хрена не обновляется сетка. Форте тут с Сидом, правда, я не знаю, играет ли вообще Сид. Символ еще и весьма вероятно будут биться. Короче, жду вместе с вами, ребят. Что делать? Остается. Так. Попрошу заинвайтить. Уже начали, походу. Ладно, не успел. Так, эти что-то не инвайтят, товарищи. Сид в игре против Форта, а что они не позвали? Что-то не позвали, надо прорываться туда. Сид Форте играют, получается, а никто не заинул. Что за бред? Так дела не делаются.
Надо форта за... Послать запрос. Может, добавит, буду в игру сам прыгать. Привет, Паш. Ну, придется сидеть, дать, что говорить тут. Блейз против Джима инвайт. Они еще не отыграли Блейз. С целом, не? Вот Блейз, вижу, вернулся. Нужно куда-то прорываться. Пытаться. Гуру здесь тоже присутствует. Сид Форте. Вот, Сида обновили с сеткой, что он с Форте играет. Если Гуру Дамилава выиграет, то можно... Так, добавил меня Форте. Надо больше, короче, на азиатском сервере игроков добавлять. Вот. Короче, тупят они, да, согласен, еще-то уже отыграли, потом только понятно становится. Не знаю, выиграл ли Форте Сида или нет, но победитель будет их биться с победителем Демилав Гуру. Сверху два вопроса китайца бьются. Символ ждет победителя. Иероглифов против Чои. Вот. Возможно, будет символ Чоя ПВЗ. Интересно. Блейз против Джима, да, бьется, кстати говоря. Че, Блейз Джим посмотреть, что ли? Так, Гуру меня добавил. Блейз пока не начинает, что я там бьется. Я не знаю, с кем он, правда, там бьется. Но я хочу... А вот, Форте Сида выиграл Форте Гуру, мы посмотрим.
Захожу к Фортегуру, отлично. Что-то сейчас посмотрим все-таки в итоге. Так, все в порядке, отлично. Сейчас будем стартовать, не знаю, будет ли кто-то там еще заходить, но я резвый оказался, очень самый такой. Поэтому гуру форта мы посмотрим. Но гуру играет не на своем сервере, я думаю, что гуру как бы и не... Все, начинается битва, поехали. Шоколадочку запиливаем с кофе. Пользователь Ксияк активировал премиум на ваш канал. Халикью Пи. Спасибо тебе. Продолжается битва. Карта Руины Сероса, гуру. Правый верхний угол, правый нижний форта. Ну посмотрим, сможет ли гуру вообще хоть какое-то сопротивление заказать. По сути дела, оппонент намного сильнее его. Привет, Black Templar. Конечно, задержка стоит. Ну что, у нас тут спорка заказана. Еще одна спорка. Такое ощущение, что у гуру и пинга-то особо нету. Может, гуру в Корее там где-то. Как-то прямо он, посмотрите, успел всех рабочих засейвить. Если у него пинг, как у меня, 340 был бы, я думаю, что навряд ли у него так получилось бы это делать. Задержка 2 минуты, помните об этом. Меняют местами тут здания форта, гелиончиков подстраивает. Малик Старфорд, лаба пошла. Опять Риппер прилетает, линк минус. Ну, сейчас кажется уже, да, уже не получается так сейвить, в общем-то, рабочих гуру. Форт тут на халяву наваливает просто. Не
Гелёнщики прилетают. Две штучки мимо королевы спокойно проезжают. Кажется, Форта понял, что пора гуру прессовать здесь. Заезжает два дрона минус. Четыре. Ё-моё, четыре дрона минус. Приятного мало. Здесь пятый дрон погибает. Это совсем, я бы сказал, неприятно. Еще здесь два линга принимает на халяву гуру. Двух лингов гуру принимает Форта на халяву. Больше ничего убить не получилось, слава богу. Так, не надо провоцировать только. Давайте. Хорош, короче, ребят. Сидеть в чате никому не запрещено. Еще харас после дропа. В общем, у гуру 11 дронов погибает. Оскорблять никого не нужно. Всякую хрень писать провокационную. Потому что тогда получается ты сам не очень. Ну что, залетает. Так, 4 гелёнчика, опять дропчик. Ну, здесь видит все. Гуру отгоняет по рабам 40 на 37. Пока гуру жив. Я бы не сказал бы, что прям жив-здоров. Либератор плетел. Еще 5 дронов. Минус 16 уже в минус зергу. Гуру приходит, королевой прогоняет. В итоге все-таки готов лейер. И что это будет? Здесь у нас. Здесь у нас третья ЦЦшка. Овера подбревает разведывательного форта. 1-1 грейды делаются. В общем-то, стабильно идет по билду. И третья ЦЦшка, то есть это будет макро. Ломиться никуда не будет, тиран. Двух пас, еще дронов. Ё-моё, сколько он убил уже? 20, ё-моё, 24 дрона погибло в этой игре. Еще и либератор жил до сих пор, раскладывается. Ну, сейчас минус либератор будет, но он одного дрона все равно успел чертяга забрать сейчас. И 9 еще заказано. Здесь у нас гелёнщики в очередной раз дропаются, харасят. Один гелион починен. Но медивак успевает уйти. 26 дронов в итоге убил Форте Гуру. Третий ЦС-шечкой вылетает. Продакшн стабильный из трех бараков. Танки строятся. Будет скоро армори под 2-2, наверное, заказано. Ну, обязан заказывать Форте армори, конечно, под 2-2. Но пока чуть не вижу. Да и бараков уже надо увеличивать количество. Уже. Да, вот третья цешка вылетела, все по плану, и бараки пошли новенькие. 5 сейчас будет бараков. Подбревается овер. Армори заказано, да, тайминг армори, ну 30 секунд не успеет под готовность 1-1 идеально, но там простой будет минимален, если правда сразу 2-2 закажет у нас форта. Форте, напомню, что это Salvation, бывший его никнейм. Корейский игрок. Не сказать, что прямо из сильнейших, но неплохой. Тиран давно выступает и на пролиге, и в других одиночных турнирах. Неплохой дропчик. Реводеры минус роучи несколько подбрил. Улетает. Очень хороший контроль со стороны Форта. Ну, тут разгром, конечно, уже 80 на 120. Хочешь, чтобы чатик добрый был? Ну, конечно, я как кот Леопольд, давайте жить дружно. Но если что не так, я тебе в глаз выстрелю. Как в фильме говорилось. Всем известном. Пошли марики вперед. Все-все-все из дропа, плюс из прироста, танки.
идет добивать, в общем-то, форт и гуру. При всем, при гуру умудряется одинаковый лимит до сих пор держать после вот этой вот хрени 27 рабочих, всего вот этого потеряно. Потерь 2 раза больше у гуру, принимает бой, но что-то форта, хотя не законтролил танк сейчас. Новые роучи выходят, лимиты близки, пытается гуру ворваться в мариков, ну... Лингов нету. Были бы линги, сплэш бы по марикам по своим бы проходил от танков. Вот почему линги важны. Но лингов нету, другой стиль у гуру. Но из-за слишком сильного хараса форта в начале стиль гуру не катит. У него недостаточно экономики просто, чтобы противостоять тирану. Это 1-0. Пока еще нет, не 1-0, но в ближайшее время, я так полагаю, будет. 1-0. Приходит дотекание снизу. Танки выбивают роучи, до сих пор живы, марики, мародеры снизу возвращаются. Танки перевозят форты немножечко сейчас. И гуру такое ощущение, что даже отбился почти. Но 2-2 грейды сейчас тирана закрепляют его преимущество, во-первых. Во-вторых, потерял всю армию гуру сейчас. И муталисков его стек разбил тиран. Который призван был как раз-таки... этот стек муталисков законтрить вот этот вот харас передропа постоянное, вот это нудное. Ну теперь просто-напросто нечем. Так, ну что, очередной скан прошел. Подходит дотекание, это точка в этой игре, это ГГ. 1-0 фон. Пытаемся проникнуть. В упор, да. Конечно, в упор. За чатик и двор стреляю в упор.
Ну что, ребятки, 1-0 Форте на изи Чехунгуру пробрил. Посмотрим, прошу прощения, Паша по поводу Бобролиги отписал там. Вот. У нас вторая игра, карта Сумеречные башни, залетает овер, что-то тут пролетает, что-то тут разведывает. Носом своим. Летает, вынюхивает. Здесь орбиталочка пошла. Полетел мул. Так, ну что, королева демонженная. Но живая, самое главное. Потерь пока 2 линга у гуру. Это хорошая ситуация по потерям. 42-34 по рабам. Здесь у нас... Так, очень похоже на Hellbat Push, ребятки, это все дело. Хотя пошла третья ЦЦшка, но это не мешает сейчас запилить тоже армори, например, этому форту. И... Хотя нет, не предвидится армори. Здесь дропчик на мейн идет, две минки, марики. Вот и первые проблемы у гуру. В это время Егелёна на каляву на вторую проезжает базу. Ой, гуру, какую кучу рабочих собрал. Линги в кучище, какие д... Ой-ой-ой, какой сплэш прошел сейчас дичайший. Блин, Форт им хорошо все делает. Но гуру играет на Азии. На Азии, понятное дело, ему неудобно играть. Это не его сервер с Европы. Вообще провал. Посмотрите, потери. Ё-моё. Не, ну это уже забейте называют. Посмотрите, на лимит 64-52. В пользу тирана. Ну, Форте что-то законтролился и медивак в итоге потерял. Но Либератор следом такой прилетает. Так, ребятки, я прилетел вас разваливать дальше. И блочит добычу. Здесь и рабочих-то у гуру нет, собственно, чтобы добывать там. 46-41 пытается нагнать по рабам. Один-один грейды пошли. Здесь у нас что-то... А, ну тут барак был на реакторе. А почему никто реактор не занял, я что-то не понимаю. Просто простаивает пристройка. Вот барак полетел. А нет, там факта была, видимо, на том реакторе. Факта новый реактор строит. Сэшка третий перелетает. Харас кончился. Здесь реводжеры, судя по всему, выбили либератора. Гуру, кстати, опережает. Смотрите, грамотные до заказы дронов. И гуру все равно опережает по экономике оппонента своего. АПМ-чик, давайте глянем. 316 у форта. Так, прошу прощения. Убрал ненадолго. Малики вперед пошли. Танк один полетел, два медивака с собой берет, стимпак через 50 секунд, грейды через 40 с лишним, 1-1. Короче, тиран дойдет без грейдов и без стима, это опасно с одной стороны, с другой гуру ничего нету, что чем это вообще убить можно. У него 4 реводжера, 3 реводжера и 8 роущих продакшн, сейчас мув, правда, будет готов. Несколько секунд, за это время, конечно же, может успеть форты отменить...
четвертую хату, гуру. Так, построил еще реводеров. 10 троущий строится. Без стимпака, но хату отменит. Два овера заказано еще. Вот выходят же новые роучи. Ну, гуру понимает, что здесь что-то многовато, а если стимпак есть, вообще развалят его. Поэтому, собственно, и не лезет. Растемпачился форте. Гуру не готов к дропам. Просто вот, ну, понятно, когда игрок повыше тебя классом, а все-таки форте, я думаю, да я уверен, что форте повыше классом, чем гуру. Поэтому наваливает. Плюс, когда еще ты не на своем сервере играешь, тогда, конечно, такие вещи просто жестко заходят. Только 69-52 по рабам, здесь еще дропчик на мейн, щиты не готовы. Ну, 2-2 уже пошли грейды. У гуру вообще только армор один. Ну, форта нужно сейчас собраться, выход сделать. Еще. Так. Здесь фаерболы пошли. Когда ГСЛ будет, я думаю, что там за бичуха сидит, а это бицуха револьвера. Какие-то провокационные все никнеймы. ГСЛ будет на следующей неделе только. Но РО-16 уже там ГСЛ будет интересно очень. Так, здесь готовится выход. 3 барака уже на второй базе заработало. 5 на мейне, 8 бараков, факта, лаба, танки строятся. Реактор, старпот, очень четко все, посмотрите, грейдики, продакшн, все это четко очень идет у форта. Гуру на трех хатах как сидел, так и сидит, здесь марики приходят, марики отдаются, прирост небольшой, не такой уж большой, мягко говоря. Ну, талис тут немножко все равно падают. Пошел очередной скан. Сплитится гуру. Лимита пока больше. При этом всем и боевого больше. Ну, посмотрим, сможет ли он выбить отсюда форта. Форта ведет очень серьезный прирост. Перестимпачил там юнитов. Кстати, разводит гуру. Пытается поймать форта. А форта пошел сейчас гуру наоборот. Гуру в размен, что ли, идти собирается? Похоже на то. Сюда в размен тяжело будет идти. Здесь застройка есть. Здесь у нас форты бегает, гуру пытается его поймать. Нужно уйти как-то форты, потому что по отдельности драться не очень хорошо с его, для него сейчас будет. И он уйдет, гуру пытается окружить, но не так просто это делать. Так, нужно уходить. Видит био муталисков. Приходит роучи реводеры, ловятся танки, дропнул сейчас. Кстати, позиция для форта хорошая, танки контролят великолепно, муталиски падают все. Роучере уже только остаются. Да, гуру убил этот выход, но ключевые юниты, это танки, медиваки улетели. Правда, форты вообще их перестал контролить. Что ты делаешь, форта? И лимита 180 на 135 в итоге просто нужно дожать. Так, муталис минус. Здесь какой-то дропчик у нас был. Дропчик это легко, гуру достаточно отбивает. Пытается четвертую, пятую одновременно базы поставить. Но я думаю, у него ничего из этого не получится. Почему? Потому что выход вот тирана его настигает уже сейчас. ГГ пишет гуру, вы видите, в мясо, в хлам. Что и следовало ожидать. Форте идет дальше.
И, судя по всему, он на Блейза попадется. Чё с символом бьются, между прочим. Жду форта против символа. Ну, жду, сам буду прыгать, что я могу сказать. Так, пишу Варде. Какую партию? А, это он, наверное, чтобы зайти. Все понял. Привет, СБАДФС. На Бобра Лиге сегодня 1/8 будет отыграна. Как, собственно, я и говорил. Вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать. Я не знаю, сколько у меня друзей в StarCraft, но на азиатском сервере вон у меня 5 друзей, собственно, которых я сегодня добавил. На Европе гораздо больше. Как-то так. И часть 1/4. А какая часть у нас 1/4, Паш? Я что-то уже подзабыл, кстати, что у нас там за часть 1/4. Точнее, мы об этом, кстати, с тобой-то и не говорили.
Так, пошел инвайт, запрыгиваю. Ну, я не думаю, что у нас долго Бобролига будет идти. Она у нас без пауз идет между матчами особых, только если игроки тупят. И Бо-3, в принципе, это не так уж много. Плюс были замененные игроки, там, Элейзер на Френда и Блайна Джараксуса. То есть, ладно, не буду ничего говорить, на самом деле. Почему? Потому что... До этого пары там более-менее ровные были, получается. Но я надеюсь на молодых игроков наших тоже, что они покажут достойные матчи. Но все-таки фавориты там, естественно, их оппоненты будут. То есть там тоже могут быстрые матчи быть. Хотя не факт. Будем посмотреть. Будем посмотреть, как говорится. Блейз против Форте у нас начинается игра. Приятно, что китайцы вот организовывают такие турниры и зовут нас, и не только стримить официально. Это очень круто. Верхняя, в смысле, два верхних матча ты имеешь в виду? А, значит, Хэппи сегодня невозможно. Хэппи сегодня не один раз будет играть. Но Кокос, вы помните, как очень неплохо отыграл на отборочных. Вот. Против Ревы играл, выиграл Реву. Так что, я думаю, из Хэппи он достойно должен биться. Но очевидно, что Хэппи там фаворит. Так, логотип Кибетика поставлю. Возможно, здесь у нас ставки тоже будут пилиться, кстати, на Кибетике, поэтому следите. А, ставки, кстати, присутствуют у нас, между прочим. Ставки уже начали пилиться на Кимбете, на Бобролигу, так что, ребят, следите. Приходят адепты, пытаются харасить, я прошу прощения, решаю на ходу какие-то технические вопросы. Но это необходимо, блин, потому что я же с мультитаском. Не только стримлю, но и помогаю с организацией иногда там. По поводу ставок там тоже общаюсь. Очень много-много всего происходит. Феникс строится у Блейза. Добыча на золоте начал. Добыча у Протуса значительно выше, чем у Тирана. Тиран очень... Вот ток-тока сейчас перевел
Форты, это добыча сейчас спала так, потому что КСМ-ки в пути были, судя по всему. Две минки собирается дропать форт. Сейчас какой ПМ? ПМ 370, ой, 316. Ну, кирокорейцы, что тут можно еще сказать. АПМ жутчайший просто. Мазеркор возвращается, сканит форт и видит, что здесь Мазеркор. Но здесь 4 адепта хорошо стоят, если... Ну, правда, если где-то вот здесь минки будут копаться, то тогда можно, конечно, не успеть их пробрить, эти минки. Но я думаю, что... А, здесь и Фениксы, да, я уверен, что Блейз успеет пробрить. Тем более, сервер свой у них, родной, поэтому задержки никакой особо нет. Прилетают две минки, закапываются. Обе успели закопаться, это фейл просто. 12 пробок минус... Не понял. А, 4 уже было до этого уничтожено, то есть сейчас 8 всего лишь погибло, Мендивак летит на разведку. Это просто, чтобы пожил чуть подольше Мендивак, но он долго не проживет, минус Мендивак. И третий Некс пошел. Ну, рабочих у Тирана тем временем больше стало уже, стимпак вообще готов, щиты заказаны, со щитами как-то завтыкал здесь форта немножечко, но ситуация хорошая у него в игре. Так, секунду, мне надо кое-что узнать. Все, я здесь, прошу прощения. Нет, героев в StarCraft не появится, потому что это уже, возможно, другая игра будет. Какая-нибудь. Это да. Ну что, обсервер летает. Посмотрите, над армией тиранчика видит прекрасно все это. Весь этот выход Блейз, но вот эти адепты, даже они не способны, собственно, этот выход убить. Провал от сейчас от Блейза был. Потерял и Нексус, потерял всех адептов, потерял Феникса. Очень эффективно форта этим дропом вышел. При этом всем у него даже щитов не было на Мариков. Вот только сейчас они появляются. Но, в принципе, адепты так и так с трех ударов убивают Мариков в данный момент. Гейты добавляются, но они уже не спасут здесь просто, скорее всего. Так, хорош, как Фениксов под фокус сейчас форт. 1-0 вообще на изичах. На изичах, что называется. Сбривает. А мы ждем следующую игру. Ну что, орбитальная верфь, следующая карта. Будем врываться сейчас. Поехали. Так, все, я здесь. Ну что, 1-0 форта. Посильнее он Блейза, судя по всему. Да и, в принципе, неплохой тиран, что можно сказать. Про лиговский тиран не самый пусть сильный, но сильный игрок. Также у нас присутствует в другой части сетки
Чуя и символ, Чуя проигрывает символу 0-1. Араш Крейзи, кстати, которого игру мы против Азжури смотрели, он же Иши убил и будет в полуфинале биться против победителя Чуя и символа. И я думаю, что будет тоже интересно, но, возможно, мы туда не успеем, конечно, попасть. Не знаю пока, ребят, успею, не успею. Ой-ой-ой, прошу, прошу прощения. Фу, дичь какая. Кибернетичка пошла здесь. Гейт, Нексус, кибернетка. Здесь Рипер прямо с лоу-граунда наверх. Барак, кстати, наглую поставлен, если как-то Протус что-нибудь проверять сюда выехал, он мог бы заметить бы случайно его. Так, что-то пролагнуло. Сейчас я не знаю, кто это лаганул. У меня пинг до 600 подскочил. Сейчас, может, это и я. Не знаю. Надеюсь, что у игроков, главное, задержки не было. Здесь что-то все катается туда-сюда. Нексус почти готов. Как Рипер столько проблем, я не понимаю, Блейзу доставил сейчас. Ну, как-то доставил. 20-22 по рабочему уже. А, так это же прокси барака, ребят. О чем я говорю, какую-то хрень несу. Это ж прокси барак был, вот поэтому столько и проблем. Дома факта здесь, кстати, слабый. Танк, что ли, будет? Пока не понимаю, что это будет. Циклон или танк? Циклон или танк? Ничего вообще не заказано. А нахрена старпорту тогда, если передропнуть нечего? Ни минки нет, ничего нету. Мазерпорт все проверяет. Риперы опять пытаются к Протусу залететь, но здесь два адепта на рампе стоят. Либератор, циклон. А, это либератор. Вот что я забыл про то, что такой юнит сейчас есть в Старкрафте, который с первым уже может полететь и прохарасить мейн оппоненту. Очень неплохо. Так, риперы здесь рядом стоят. Запрыгивают. Не получилось убить рипера сейчас. Один уходит, а другой, наоборот, залетает на базу проверять. Старгейт спалил. Да, спалит Старгейт. Так, пиу минус пробочка. Вылетает Феникс. Ну, самое главное, что сейчас Либератор просто не дает. Посмотрите, даже не знаю, что лучше, выгоднее. То, что он две пробки убил, или то, что такая орава пробок просто стоит и ничего не добывает. Не знаю, почти минуту здесь, наверное, простоял. Ну, то минералов, наверное, 300 потерял пробс. А то и больше даже, чем 300 вот на вот этом стоянии. Сейчас. То есть Либератор себя абсолютно точно купил, несмотря на небольшие потери, что он мало убил юнитов. Может, Старпорт получится убить, я не знаю. Хотя нет, тут слишком долго убивать, а лететь близко уже к мейну. Я думаю, сможет вычинить это все дело форта. Так, туда-сюда старпорт летает. Аккуратнее нужно быть. Вот его место на реакторе. Этого старпорта. Неплохо Феникса циклон проводил. Сейчас демеджа много нанес. Старпорт не чинит.
Ну, не горит и чинить не надо, и так сойдет, в принципе. Че ресурсы тратить, минералы? Третья стежка перелетает, парабам, 45-45. Для Протаса, учитывая, что у него еще и третий Нексус позже, это совсем печальная ситуация. Ну, после начального развала нескольких пробок, конечно, так и должно быть. ЦЦшка села, туретки ставятся в минеральной линии, на второй есть, на мэйне ставится, на третий нужно запилить. И начинать добычу, медиваки вперед летят. Два Марика здесь выходят, что они могут сделать? Это прекрасно понимает Блейз, что они ни хрена сделать не могут. Часть уже уходит, но я думаю, просто понимает, что выход к нему идет. Прямо сейчас. Туреточка запилена, но выход без медиваков. То есть выход может этот тиран и слить, в принципе. Но лимита больше сейчас тиран, чем просто. Щиты еще не готовы, скоро плюс один будет готов. Зашел сейчас в порт, увидел, что адепты здесь стоят. Неплохо битву против адептов принимает. Пилон всего лишь один, обратите внимание, вот здесь вот. То есть Уверчаж всего лишь один. Марики неплохо разменялись, сейчас пытаются уйти в форт, а щиты готовы. Но ну не ушли уже Марики, ну, тут дэмэдж нанес. Фюр-фюр. Салют еще раз. Да как, нормально более-менее. Терпимо, в общем. Смотрим китайцев-корейцев. Скоро начнется элегантная СНГ. Так, что-то опять пролаг какой-то был, но у меня пинг сейчас не скачет даже. Где будет биться Хэппи, где будет биться Вердос, Револьвер, там и все-все-все. Это Бобролига, это будет чуть позже. В 17.00, кстати, это будет. Я даже не знаю, успею ли я застримить финал данного турнира. Похоже, что ни хрена не успеваю. Хотя, в принципе, 50 минут. Зависит от того, как кончится второй полуфинал. Потому что там он еще не начался, насколько я понимаю даже. Здесь минки прилетели, пробки терпят. Ой-ой-ой, как... Сплит же ты, Блейз, хоть немножечко рабочих. Блейз ни хрена не сплитит. Зато Блейз пушить собрался адепта фениксами здесь. Ну куда, какие пуши? Либераторы, два бункера, минки. Не-не-не, ребятки, это... Прости, прощай, это называется. Ничего не получится. Минка закдешилась, одна сейчас выстрелила, вторая сейчас закдешится. Буквально остается 5, 4, 3, 2, 1. Адепт на медленный пилон варпится. Сейчас еще сплэшем давайте обсервера заберет. Нет, сплэшем не заберет. Минка обсервера, минки падают. Здесь передроп. Так, циклон пытался с призмом убить. Убить не получилось. Ну, Марики приходят, в это время врыв идет на вторую. Под бункеры, под либераторов. А смысл в этом врыве? Либераторы сразу два адепта минуснули практически. Дэмэдж очень сильный нанес. Еще один врыв пошел. Ну, даже если зайдет все это дело на мейн, то просто в секунду будет уничтожено эти адепты. Куда ты врываешься, ё-моё? ГГ, просто изи форты в мясо. Изи форты. Символ против Rush Crazy бьется, я не знаю, где он там бьется. Варди, походу, стримит. А вот и Варди вышел. Кстати, мы сейчас во второй полуфинал, судя по всему, успеем прыгать. Форта будет биться в финале, а за третье место будет биться Блейз. Ну и начали корейцы, походу. На прошлом капе я смотрю Гуру. Гуру с Европы на Азии второе место занял. 35 баксов выиграл. Ну, корейцы решили, что зачем тут 75-35-15, деньги не лишние, конечно, приходят на своем сервере, все забирают. А, погодите, Варди в игре со мной, походу, был в этой же. Не понять, где там символ вообще. Випс подчеркивание поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Стримы с корейцами — это не только ценный мех, но и крутые страты. Спасибо, Випс, да.
Ну что, ждем. Что еще забыть в курсе? Еще упоролся, что ли, друган? Не надо тут всякие штуки такие нам рекламить. Спасибо всем за поддержку. Ждем следующую игру. Скоро уже Бобролига начнется. Оп, символ добавил меня. Спасибо ему. Так, ну ждем начала. Короче, пока они телятся здесь, финал мы не сможем посмотреть. Придется на Бобролигу уходить. Вот. Пошел инвайт, захожу.
Ну что, начинается игра. Так, ребятки, привет, Эмун, привет, Саш. Сталкеры строятся, прошу прощения. Возвращаюсь сюда, я к вам. Ну, символы золота, здесь тоже золото ставится, пробки переводятся. Минус здесь несколько штук, причем три, если быть точным. Достаточно удачное забегание лингов было. Заказано Феникс. Так, ну что, адептики вперед поперли. Видит роучи лингов. Сейчас реводжеры пошли от символа. Видит прекрасно их китаец, всех этих юнитов. Адептами назад не вернулся. Адепты в итоге окружены, посмотрите. И они уже никуда. 5 адептов просто в минус сейчас. Что за прикол-то? Фаерболы
Два феникса фаерболами, что ты делаешь? Я не знаю, то ли задержка, то ли что тут недоконтроливает, в общем-то, китайский игрок приходит, проблемы гигантские ожидает, его фаерболы падают на пилон, линги пытаются прорваться. Еще фаербол на пилон, пошли, линги врываются, филд кинуть не успел вовремя. Фаерболы на филд, пилончик падает, у Мазеркора 50 энергии нету, это ГГ. Просто изи катка получается здесь у нас. 16:28 по времени. Так, ну что, поехали. Ну что, вторая игра начинается.
Так, ребят, все, прошу прощения, я дико извиняюсь, что приходится отвлекаться просто. Вот. Короче, зерк там просится наш Empire, зерк. На Бобролигу просто, вот. Но Паша против, Смайл все-таки, хоть мы и вместе с ним решаем, да, там все вопросы, но... Я в данном случае спорить не буду. Почему? Потому что, ну, я в принципе, не против. Я говорю, я-то добрый с перебором, как бы. Но Зерга я просил на УЦС задержку ставить и везде просил ставить задержку. Он ни хрена... И Арчер просил его, он всех послал, как бы. Вот, я говорю, Паша, может, пофиг пустим? Ну, Паша против, как бы. Я спорить не буду здесь, поэтому тут вопрос закрыт, собственно говоря. Будет, если нормально все делать, будем на следующий турик и пускать, как бы. Вот, ну, сейчас уже вопрос это решенный. Так что дело такое, 12 роучей. Строит символ, собирается пушить. Ну, будет зерк сам турниры делать, ну, его право, как бы, не пускать там, меня или кого-то еще, поэтому... Тут уже за ним, в общем-то, выбор. Короче, ребят, гейты открыты. 4 штуки их. Идут роучи вперед сейчас и... Сильный пуш здесь, в общем-то, двигается. Вот зерга, лингов 21 штука уже есть. Реводеров что-то пока я не наблюдаю. Блин, втык с оверами. Что за хрень-то вообще? Заходят роучи. Саплай блок. Вот реводжеров надо подморфить бы здесь было бы, а подморфить реводжеров не получится сейчас. Пилончик выбил. Сейчас, ой, как уверчаш вот с этого пилона наваливает жестко. Сейчас уверчаш упадет. Ну, похоже, здесь пуш проваливается просто-напросто со стороны символа. И он переходит уже в экономику. То есть для процесса начало очень даже неплохое получается. Так, 30 рублей вижу. Привет из Севастополя от неизвестного. Так, и Нидус пошел от символа. Так, ну что, врыв на мейн, кто затащит, Димага или Спелстингер? Слушай, не знаю, кто затащит, я вообще не знаю, когда там у нас финал-то по датам проставлен. Приходит символ, Нидус очень жесткий сейчас, королевы продемедженные, но трансфьюзы пошли, и недостаточно здесь абсолютно дестабилизатора одного выстрела, чтобы отбиться.
Грелка падает, королева и трансфьюзится, оверчаржи сейчас очень сильно помогают. Как тут оверчаржи прессуют, роучи, минус роучи все снизу. И мортлы очень неплохой дэмэдж наносят, но в это время символ ведь еще и третий Нексус сбривать пытается. Ну, кстати, третий Нексус он тоже сбрить не успеет, оверчарж запилен, линги падают, и по лимиту равная ситуация абсолютно становится. Правда, экономика у Зерга значительно лучше, но у Протоса 3 базы, у Протоса технологии, у Протоса боевого в 2 раза больше, поэтому тут дело такое. Так, 101, 102 по лимиту. 4 свармхоста заказано. Сейчас они все выйдут. Ну а толку от этих свармхостов? Я еще не понимаю, что символ пытается здесь делать, если честно. Ну, полетели локусты. А дальше-то что? Да все, их надо уйти от локустов и давить, идти потом зерга просто-напросто. Полетает феникс, вот эти локусты сбивают на подлете, вообще прикол. Все, локусты падают, нужно идти дальше. Еще 6 свармхостов символ строит, это какой-то уже фигней начинает заниматься, по-моему, этот символ. Разваливается все, ребята. Кажется, это минус символ. Точнее, не кажется, это 100% минус символ. И нас будет решающая игра ждать. Китаец молодец, я вам скажу. Но символ обнаглел так пушить. Просто решил время сэкономить здесь. Там какой-то контр-нидус запилен. А что он должен сделать? ГГ, третью игру ждем. Так, пошел инвайт.
Так, ну что, 1-1, поехали. Так, поехала пробка. Гид Nexus Кибернетка. Газ в пилончик второй пошел. Все абсолютно стандартно. Здесь хатка ставится. У символа. Годите. Протус. Я не назвал ли сейчас протуса символом случайно? Если да, то что-то я запарился очень сильно. Конечно же, я даже не помню, как никнейм протуса. Почему бот не работает? Потому что я не знаю, есть ли здесь вообще Юра. Да и последнее время глючил. Что-то бот. Он же у Юры там находится. Введение. Что, адепт на рампе стоит? Так, сколько? 4 линга, вижу, бежит. Один за пробкой. Так, один линк проникнет на мейн, сейчас сможет пробежать, успеть. И, кстати говоря, сейчас он спалит, ну, очень важную деталь, важнейшую. Чтобы такой хрени не происходило, держите пробку здесь просто, и все. Ну, элементарная же вещь такая. Ну, вот зачем палить билд, тем более билд какой-то необычный, я бы сказал. Призма пошла, все-то ранний харас. Такие билды гораздо лучше работают, если неожиданно они проходят. Так, адепт идет здесь, адептом не нашел. Сейчас нашел линга, наконец-таки минуснул линга. Скорость готова собакам в итоге. Блин, неудачно, конечно, по времени. Вот сейчас хотелось бы финал бы глянуть, но финал не получится, к сожалению, глянуть этого турика, потому что надо идти на Бобролигу. Ну а что поделаешь, Бобролига важнее, я не думал, что так долго он пойдет. Отпишу уж там админу, что придется уйти. Если кто-то хочет досмотреть на Team Liquid, есть стримы, естественно, данного турнира. Вот, можете параллельно досматривать потом. Ну а я после этой игры уже пойду на Европу. Соответственно, у нас сегодня не 8, а 10 матчей, то есть 8 Бо-3 и еще и Бо-5, 2 игры. А нет, там нету Бо-5, у нас точно у нас все Бо-3. Короче, 10 Бо-3. Что за подчеркивание, ассалам? Нет, чё и здесь никаких нету. Это китайский игрок, который... Опа-на, вот это уже интересно. Чаржи Мортала сейчас пошел билд со стороны Протоса.
Ну, символ мастится, символ подозревает, что будет агрессия. 13 лингов, 5 реводжеров, 6 роуч-тройц, 3 королевы. Но, кстати, зелки с чажем на самом деле могут и пробить все это дело. Ну, чаж пока, правда, не готов. Адепты стоят, давар пошел в призму сразу же. Саплай блока нет, гипичек там открываются. Гипи-то открываются, как-то медленно китаец их открывает сейчас. Подчеркивание, эй, поддержал ваш канал на сумму 322 рубля ровно. Спасибо тебе, Фюрфюр. Какой никнейм-то? Запилить в поддержку. 181, 120 по лимиту, зелки имморт. Здесь, ой, сколько реводжеров, просто гигантское количество. Зелки прыгают, фаерболов не наблюдаю пока, но реводжеры за счет ренжа сейчас очень хорошо дерутся, я бы сказал. Фаерболы пошли, плюс у имморта бонуса ни по кому нету. И это не очень хорошо. Фаерболчики еще пошли, имморту получил демеджа нормально. Это 2-1 в пользу символа, символ против форта. Финал. Так, пошли на Европу мы. Я сейчас сделаю стоп-старт, ребят, чтобы разделить два данных турнира. Задержка на Бобролиге будет меньше, она будет минуту составлять. Сейчас я вернусь через минутку, ребят, к вам. А, хотя нет, сейчас будет 2 минуты стопа со стрима, потом я уже вернусь.